В дошкольных образовательных учреждениях Твери открывают новые игровые комплексы. Их устанавливают в рамках региональной программы, которая запущена в нашей области по инициативе губернатора Игоря Рудени. Праздник по случаю открытия новой площадки прошел в детском саду номер 79. В 79-м детском саду настоящий праздник. В самом начале учебного года на прогулочной площадке открылся новый игровой комплекс. Он состоит из 12 элементов и рассчитан на воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. Причем здесь можно проводить не только подвижные игры. То есть можно поиграть в шахматы, можно полазить, можно поиграть в баскетбол, можно попрыгать, можно поиграть в песочнице, можно позаниматься математическими какими-нибудь, вот, посчитать счеты. Вот эта детская площадка как показатель такого современного подхода к воспитанию детей, потому что она современная, как я уже сказал, здесь есть и развлекательные, есть и столы для игры в настольные игры, поэтому это очень важно для детей. Такую же яркую, многофункциональную площадку сейчас устанавливают в 116-м детском саду. Все устаревшие игровые элементы уже демонтированы. Их место заняли горка, домик-беседка, различные объемные конструкции. Посмотрели, проверили, стоит крепко, надежно, новенький. То есть хорошо, добротно зацементировано. То есть безопасность, да, продумана хорошо, четко проверена. Комплекс безопасный, сделан из экологических материалов. Сейчас будет установлен, и мы будем очень рады и счастливы использовать игровое оборудование по назначению. В этом году в Твери будет установлено 34 игровых комплекса в детских садах во всех районах города.